Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Это видео по проекту «Умножитель денег». Значит, у меня сегодня истекает срок. Сегодня 20.11 в 10.37. У меня, если я не выведу, вот эта моя сумма, она сгорит. Так? Значит, я решила пораньше зайти и вывести. Так, значит, у меня на балансе 54 рубля 63 копейки. 15.79 я уже вывела. Нажимаю «Забрать доход». Выплачено. Сейчас перейдем на кошелек или почту и проверим вывод. Значит, 20.11, 18 год, 9.12. Так, выплата. Сумма 54.12. Так, и вот комментарий, вот ссылочка. Я на нее нажимаю. И я опять перехожу вот в свой кабинет. Ну что, выплата у меня 70 рублей 43 копейки выплат. Так, линии нажимаю. Так, значит. Так, что я хотела? Так, подождите. У меня доход, итоговая сумма выплат 70 рублей. Вот у меня 70 рублей и есть. Вот. Так, выплачено. Я сейчас пока не могу открыть. Я буду... Время вот у меня 10.37. Пока у меня это капает. Я не смогу как бы открыть. Я еще буду заходить. Вот время истечет. И я вновь пополню... На 50 рублей еще обязательно я зайду сюда. В принципе, проект работает, платит супер. Минимальный вход 5 рублей на 5 дней. Так, значит, если в положенный срок, вот у меня 10.37 время, обязательно обратите внимание, если кто захочет зайти. Если вы в положенный срок забудете или что, ваша сумма вот эта, она сгорит. Вы ничего не выведете. Вот. Надеюсь, понятно это. Так что будьте очень предельно внимательны. Мне уже как бы в комментарии человек написал, что он забыл, и денежка сгорела. Вот. Ну что, на этом все. Всем удачи, больших заработков. Буду мониторить этот проект периодически, потому что я еще закину 50 рублей. И буду проверять опять же на вывод. До новых встреч!